Командующий ВМС Ирана Хосейн Хандзади в беседе с журналистами информационного агентства «Тасним» сообщил об успешном создании и тестировании прототипа первого в стране реактивного беспилотного летательного аппарата. Новинка получила название «Сиджил». Аппарат оснащен двумя реактивными двигателями, дающими ему возможность развивать максимальную скорость 1000 км в час. В качестве вооружения планируется использовать ракеты с дальностью поражения 100 км. По словам Ханзади, габариты прототипа нового беспилотника составляют половину его натуральной величины. Отмечается, что создание полноценного образца запланировано на ближайшее время, после чего «Сиджил» поступит в распоряжение иранских ВМС.